Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Феррари Лусо. Ремонт правой стороны. Разобрал правую сторону машины, и теперь я удаляю заднее крыло. Кузов полностью алюминиевый. Крыло удалил, теперь сниму непонятные какие-то агрегаты и затем удалю все поврежденные внутренние детали. Все мятое удалил. После измерения выяснилось, что стойка вогнута вовнутрь на 3 сантиметра. Надо вытолкнуть ее обратно. С первой попытки не удалось. Придется стойку разобрать на отдельные куски, затем отровнять их, стойку выдавить до размеров и затем все сварить и склепать. Стойка выдана в размер с небольшим перетягом. Теперь я отровняю поврежденные части стойки и затем их сварю. Варить буду в натянутом состоянии.
Итак, со стойкой я закончил. Теперь подровняю небольшие места и затем буду устанавливать внутренние детали. Чудненько. Пришло время установить заднее крыло. Заднее крыло установлено. Установил заднюю крышку, переднюю дверь, зазоры гуд. Теперь займусь ремонтом переда. Здесь надо только подровнять переднее крыло и установить его. Работа с металлом закончена. Машина уезжает на покраску. Через неделю машина вернулась с покрасочных работ.
собираю. На сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!